В результате ударов азербайджанской армии был уничтожен 3-й мотострелковый полк вооруженных сил Армении «Мартуни», дислоцированный на территории оккупированного Ходжавенского района. Об этом репорт сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Дергяхлы. В результате вражеский полк, понесший большие потери в живой силе и военной технике, был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой о помощи с транспортными средствами для эвакуации погибших и раненых, отметил представитель министерства.